Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно-таки качественных, но в то же время недорогих силиконовых приманках от компании BAT. Моделька у нас идет под номером FTQ120. Поставляются силиконовые приманочки в такой вот упаковочке. Также моделька у нас позиционируется под названием Vibrax. Сразу не сказал. Приманки у нас съедобные, присутствует здесь аттрактант. Также в приманочке имеются полости, куда как раз таки закачан данный аттрактантик. Длина 120 мм, расцветка 263, поставляется в количестве 5 штук в упаковке. Приманки внутри упаковки находятся в таком пластиковом корыце. Сам силиконовый виброхвост имеет довольно интересную форму. В принципе, форм-фактор, я думаю, многим уже знаком. То есть, это такое немножко вытянутое вертикальной проекции тело данной приманочки, немножко приплюснутое с боков, постепенно утончается ближе к хвостовой части. Хвостовая часть заканчивается такой вот объемной пяточкой, довольно мясистой. Все тело данной силиконовой приманки покрыто, как можно видеть, сильно выступающими такими, ну, назову их ворсинками, можно так сказать, по периметру данной силиконовой приманки. Что интересно, данные ворсинки при установке офсетного крючка помогают данной приманочке довольно неплохо проходить препятствия, за счет чего у нас офсетник не так как бы цепляется. При желании даже жало крючка можно продеть сквозь данные ворсиночки, и при поклевке крючок легко выйдет и, в принципе, никак не повлияет это все дело на поклевочку. Приманка съедобная, повторюсь, также в составе присутствует аттрактант. К сожалению, не могу сказать, ну, как я понимаю, наверное, креветка. Также присутствует соль на данной приманочке, то есть, что довольно интересно. В данной расцветке приманка имеет верхнюю половину, имеет такой зеленый оттенок, и нижняя часть имеет оранжевый оттенок. На верхней части, как и на нижней, присутствует скрапление темных крупных блесточек. Силиконовая приманка очень и очень эластичная. По оснащению подойдет для многих видов монтажей, будь то поводковые оснастки, классические монтажи и так далее. Оснащать можно двойником, офсетным крючком, джиголовка жестко впаянным в нее крючком и одинарным крючком. Подойдет данный виброхвост отличен для ловли щуки, судака и среднекрупного окуня. Данную силиконовую приманочку можно приобрести, пройдя по ссылке в описании под видео на сайте интернет-магазина F-Magazine. Также в описании под видео оставлю промокод Рыбалка34, который дает скидку до 20% на многие бренды, представленные в ассортименте данного интернет-магазина. Всем, кому данный видеообзор был полезен или понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии под видео. Всем спасибо за просмотр. До свидания.